Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Выполним упражнение номер 7 на странице 4. Мы должны решить примеры. Давайте посмотрим на первый пример. К 2 прибавить 6. Удобнее к большему числу прибавить меньше. То есть к 6 прибавим 2. Это получается 8. Записываем 2 плюс 6 равно 8. Аналогичное правило мы воспользуемся и при решении второго примера. Удобнее к 7 прибавить 2, это получается 9. Запишем 2 плюс 7 равно 9. Решаем примеры второго столбика. Из 8 нужно вычесть 4. 4 – это 2 и 2. Поэтому сначала мы из 8 вычтем 2, это получается 6, и вычтем еще 2, остается 4. Записываем 8 минус 4 равно 4. Следующий пример. Из 9 вычитаем 5. 5 – это 3 и 2. Значит, сначала мы из 9 вычтем 3, получается 6, и вычтем еще 2, остается 4. 9 минус 5 равно 4. Выполним решение следующего столбика. Сначала мы должны из 7 вычесть 6. Это получается 1. Затем к 1 нужно прибавить 8. Мы уже знаем, что удобнее к 8 прибавить 1. Это получится 9. Следующий пример. Сначала мы из 9 вычтем 7. Определив состав числа 9, 9 – это 7 и 2, мы легко вычтем 7. 9 минус 7 – получается 2. К 2 прибавим 5. Удобнее к 5 прибавить 2. Это получается 7. Решаем примеры последнего столбика. Так как здесь нужно выполнять действие с нулем, то мы должны воспользоваться будем следующим правилом. Если мы из любого числа вычитаем 0, то получается то же самое число. Поэтому если мы из 10 вычтем 0, у нас останется то же самое число 10. И последний пример. К 18 нужно прибавить 0. Воспользуемся следующим правилом. Если к любому числу прибавить 0, получится то же самое число. То есть, если мы к 18 прибавляем 0, у нас получается 18. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.